Канули в лето времена, когда кружки и секции были разновидностью полезного детского досуга. Сегодня дополнительные занятия для школьников больше похожи на научные и технические лаборатории. И работают там дети над отнюдь не детскими проектами. Вот такой вот забавный пломбирушку, похожий на игрушку, уже в ближайшие дни отправится на неделю российской промышленности в Москве. И, возможно, найдется инвестор, который обратит на него серьезное внимание. Мобильный робот по изготовлению мороженого вполне готов к промышленному производству. Проект придуман и разработан воспитанниками Центра по выявлению и поддержке одаренных детей «Алые паруса». Автору идеи Трофиму Трофимову 11 лет. Есть у ребят и более серьезные разработки. Я обучаюсь в автошколе, и когда я начал выходить на практику, то заметил некоторые недостатки на наших дорогах. К примеру, на некоторых участках отсутствует частично или полностью дорожная разметка, также нарушено дорожное полотно. Видимость некоторых знаков частично или нецелостна. И это затрудняет движение, а также повышает уровень опасности на дорогах. Роботизированный дорожный помощник, разработанный Азатом с нуля, позволяет проводить диагностику состояния и наличия дорожных знаков, восстанавливает разметку и сообщает о происшествиях на дорогах. Проект выполнен по всем канонам промышленного производства. Есть модель и описание устройства, разработан полный пакет конструкторской документации. Работа Азата уже была признана на международном экспертном уровне. Подобных проектов у ребят из «Алых парусов» много. Только за прошлый учебный год они получили более 100 наград на престижных конкурсах и олимпиадах, в том числе международных. Но новый этап – совсем не детское событие. Российская промышленная неделя при Государственной Думе Российской Федерации. На этой выставке планируются массовые мероприятия, где будут входить спонсоры, партнеры разных сторон. Возможно, мы найдем заинтересованных партнеров, которые могут реализовать наш проект. На выставку в Москву ребята отправятся уже на днях, а вот вернутся они не скоро. Сразу после промышленной недели их ждет Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества. На нем свои работы представят самые талантливые юные изобретатели страны. Юлия Шагунова, Улправда ТВ.